Всем привет! Вы на канале Игроквач, и мы продолжаем с вами бегать сосиской от разных неприятностей. Ну что ж, начинаем игру и смотрим. Вот такая вот у нас сосиска. У меня 214. Давай, беги быстрее. Ой! Вообще, конечно, немножко стрёмная игра. Нас раздавили, как жалко. Ну, ладно, мы еще раз пойдем. Немножко не успела. Кто еще не подписан на канал Игроквач, подписывайтесь на наш новый канал. Ой, быстрее, беги. Сейчас попробуем просто бежать быстро. А, я так и знала, что вот наш вот ботинок наш раздавит. Ну, я еще раз хочу попробовать. Зато у меня что тут есть? Что у меня тут есть? Так, переодевалки, давайте посмотрим. Ага. Ну, тут все покупать надо. Хотя у нас уже это было. Можно вот эту вот ниндзю попробовать. Ух ты. Ниндзю мы сейчас оформим. Хорошо. Ну что ж, поехали. Ой, что-то тут не то было. Так. О, смотрите, наш ниндзя. Давай, быстрее. Ай-яй-яй, ножик. Ой, стрёмный ножик. Кошмар какой. Блин, чуть не успела. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас. О, тут заморозка идет. Заморозка, это хорошо. Так, подожди. Вот, давай еще немножечко. Ой. Что это такое? Открыть. Давайте еще раз попробуем. Что открыть? Я так и не поняла, что там открыть. Ой, какой-то старичок. А как с ним-то быть? Дедушка-сосиска, ну надо ж такое. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушайте, мне его очень жалко, он и так старенький, куда его раздавливать? Хотя такую сосиску уже старую даже кушать нельзя, так что можно... О, заморозка пошла. Ну что ж, дедуль, давай беги, пока заморожено все, мы можем с тобой спокойно пробежать. Снег. Нормально, дедуля еще нормально бежит. А, молодец, давай быстрее. Опа, поджарили нашего дедушку. Так, давайте дальше продолжаем, что еще можно тут переодеть, мне интересно. Что же мы тут переодеваем? Так, дедуля, кактус. Мне интересно еще... А ну давайте кактус попробуем. Пробуем кактус. И tap to run. Ох ты, какой ты зеленый и симпатичный, прямо так сказать. А! Все, кактуса мы раз... Так, ну все, теперь шутки в сторону и начинаем серьезно играть. Тихо. Ух, и гусяка такая. Давай. Так и знала, что вот нога у нас, меня вечно эта нога подводит. Ну давайте еще раз попробуем все-таки кактус, мне с ними интересно. Так, давай потихонечку, ты хочешь потихонечку? Нет, нам надо бежать, так есть. Давайте мы все-таки пройдем. Ну ты посмотри, а, ну все равно наш кактус, все-таки мы его разрезали. И у меня осталось несколько звездочек, ну вообще интересно. Ой, давай. Будет нам сейчас горе. Ох ты, утенок какой. Быстрее. Тут огоньки у нас. О, монетка. Так, а что тут можно? Быстрее. Опа. Опять эта нога, ну ты посмотри, что творится. Не, я все-таки должна пройти эту ногу. Я все-таки должна пройти, иначе это буду не я. Так, ты давай мне, опа, взял и разбил. Так, что-то невезучий у нас кактус, да? А вот дедуля у нас был более везучий, может попробуем, каннибал, кстати, это, я думала, дедуля это каннибал. Ладно, выбираем каннибала, пускай будет, мне как-то он больше всего понравился. Ну, в тележке я просто подумала, что это действительно дедуля. О, и нашего дедулю разрезали напополам. Так, все, теперь точно серьезно. Так, отлично. Так, потихонечку, да? Будем с вами потихонечку. Надоело мне вот эта резня уже. О! А! Кошмар! Нет. Смотри, ты же вроде бы не... Ну что ж такое? Огонь. Проехали. Так, мы должны аккуратно сейчас быть. Опять! Так, все. Давайте кого-то еще возьмем. Кто у нас тут еще был? Вот, зомби есть. О, зомби, я думаю, будет более... более... О, смотрите, какой... Какой симпатяга. Наверное, просто надо вот это бежать и все. Вот как оно есть, так по течению бежать. Быстрее. Ножи.
Есть, поджарили нашего зомби. Интересно, он вкусный или нет. Кого тут еще можно переодеть? Так, есть, смотрите. Кактус, зомби, ниндзя. Ага. Это еще такое интересное. А, большая картошка. Ну что ж, так как у меня есть все-таки звездочки, можно пока и поиграть в большую картошку. Так, ну что ж, большая картошка. Смотрите, поджарят, будет довольно-таки интересно. Быстрее беги, боже, как он медленно бежит. Это какой-то кошмар. Ужас просто. А! Хотите жареной картошки? Стой. Я жареной картошки очень хочу. Вот она, жареная наша картошечка. Давайте еще кого-то возьмем. Так, Гренни, бабушка. О, кстати, Гренни у нас есть даже. Но она стоит этих. Гренни — это дедуля. Или бабуля. Ну, вообще тут на дедулю больше похож. Ладно. Давай возьмем все-таки ниндзю. Ладно, иди сюда. И будем проходить дальше. Ниндзя наш. Вот наш ниндзя. Давай, стрепет. Вот можно пробегать пока. Ай-яй-яй, на первом же этапе ты свалился. Ну что ж такое-то? Смотри, заморозка идет. Оп. Ай-яй-яй-яй. А! Кошмар. Вот этого я боюсь больше всего. Смотри, аккуратно. Аккуратно давай. А, фу. Прошли. Опа. Мы прошли это все. Сейчас мы быстренько. Аккуратно с нашей, с нашим ниндзей. Давай, по тарелкам быстрее. Вот эту штуку я боюсь всегда. Заморозка пошла, ура, пробегай, быстрее, бежим. Так, это что такое? Ой, какой кошмар, что это было? Поджарили нашего ниндзю, вот так. Так, ну что, 61 звездочка, нет, надо еще, я вот хочу вот этого, я Гренни хочу посмотреть, что такое. Так, поэтому надо собрать немножко баллов, ну что ты развалился, так, нет, мне интересно с тобой играть. Мы сейчас возьмем кактуса, и будем добиваться шоколад. Смотрите, у нас появился шоколад, ну что ж, давай шоколад попробуем, вкусняшка наша. Так, гуси шоколад не любят, а может быть и расплавленный, а вот кто-то любит, вот кто любит, заморозка. Давай, быстрее, пробегай. О, есть. О, котяра появился. Ну ты посмотри, котяры шоколад-то не любят. Ну, так. Ну что ж, дошли мы к Гренни. Где наша Гренни? Гренни. Вот, хочу Гренни. Очень хочу. Все-таки бабуля? Или дедуля? Давайте посмотрим. А, не бабуля, посмотрите. Наша Гренни, конечно, не такая страшная, как в той игре. Даже очень себе ничего. Бабулю мне почему-то жалко. Так, заморозка есть у тебя одна. Ай-яй-яй, ты нашу бабулю чуть не убил. Смотрите, бабуля еще неплохо бегает у нас, оказывается. Вот так вот. Стой, как мне тебя жалко. Так, давай, бабушка, еще раз попробуем. Ну. Да я говорю, бабуля у нас, оказывается, не хило так и бегает, да? А-а-а, чмяк. И расплавили нашу бабуль. Давайте все-таки еще раз попробуем, ладно. Так, ты хочешь поджариться, нет? Тогда быстрее беги. Надо сейчас тебе вон серпом. Еще. Бабуля, наверное, страшно. Ой, как страшно. Мне тоже было так страшно бежать. Смотри, какая штука. Ой, заморозка идет. Заморозочка, бабулечка, беги. Быстрее. Оп, есть. Нет, ну котяра это, конечно, жестко для бабушки. А вот эта вот штука как раз ее победила. Так, ну что ж, я в принципе вдоволь наигралась. Давайте, ладно, еще раз попробуем с этой бабулей. Конечно, интересная игра, но в нее можно играть бесконечно и бесконечно. Чмяк, есть, все. Все, больше не хочу играть. Давайте посмотрим, пока не хочу. Или все-таки давайте еще раз попробуем, ладно, с этой бабулей. Очень ее жалко. Мы набрали всего 22 звездочки. А, давай, что тебе разрезали. Бабулечка, беги, пожалуйста, ты должна набрать. У меня был лучший результат, всего лишь 71. А ну-ка напишите, у кого в комментариях, сколько было. Так, бабулю нашу все-таки разрезали. Вот так вот. Ну что ж, если вам понравилась игра, подписывайтесь на канал Игрок Ваш. Ставьте лайки нашей бабуле, Гренни нашей. Ну и смотрите другие видео. Всем пока-пока. Жду вас на нашем канале.